В 13-й школе прошел юбилейный конкурс осетинского языка и литературы, посвященный 155-летию со дня рождения великого осетинского поэта Коста Хитагурова. Ученики школы поздравили собравшихся с днем рождения Коста. В отборочном этапе приняли участие учителя всех районов республики. 10 лучших педагогов, прошедших отбор, представили на суд жюри свои презентации. Затем каждый из них провел мастер-класс с коллегами, где они предстали в роли учеников. Молодой учитель Жанна Караева признается, что ей есть чему поучиться у старших наставников. Для меня этот конкурс важен, наверное, в первую очередь потому, что он связан именно с такой датой, как день рождения Коста Хитагурова. Это значимое мероприятие не только для учителей, а для ребят тоже. Здесь я узнаю очень много и, надеюсь, перениму опыт своих коллег, потому что я обратила внимание, они уже опытные, и очень с нетерпением жду их презентации, их уроков. Финалисты конкурса получат денежное вознаграждение. Учитель, занявший первое место, получит приз 20 тысяч, второе – 15 тысяч и третье – 10 тысяч рублей. Главная цель организаторов – поддержать педагогов, повысить интерес к родному языку. Залина Губурова, Евгений Маркин, Осетия ТВ.